В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» одинцовские единороссы приняли участие в совещании по вопросу медицинского обслуживания жителей Кубинки. В работе круглого стола приняли участие замминистра здравоохранения Московской области Евгений Кустов, депутат Мособлдумы Олег Рожнов, главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев, руководство тироправления и местные жители. Среди тем для обсуждения – удаленность медучреждений от жилых кварталов, отсутствие в Кубинке профильных врачей, нехватка отдельных видов медицинского оборудования, работа скорой помощи. По словам депутата окружного совета депутатов Владимира Виницкого, все вопросы были взяты на контроль. В завершении мероприятия Евгений Кустов и Андрей Фадеев также рассказали о перспективах развития медицинского обслуживания жителей Кубинки.